Вы хотите пойти плавать с вашим аудиопроцессором Ronda 3? Я расскажу вам, как пользоваться Waterware с Ronda 3. Waterware – это чехол для аудиопроцессора Ronda 3, который дает полную защиту от воды, например, во время плавания. Он состоит из собственного чехла и круглой клейкой ленты. Перед тем, как поместить ваш Ronda 3 в чехол Waterware, убедитесь, что ваши руки чистые и сухие. Держите Ronda 3 логотипом Medel вверх. Вставьте Ronda 3 в чехол Waterware, начиная с края с символом замка на аудиопроцессоре и с прямоугольным клапаном на чехле. Держите Ronda 3 между двумя пальцами. Другой рукой возьмитесь за круглый язычок. Подтяните Waterware, чтобы он полностью прикрыл процессор с одной стороны. Убедитесь, что чехол аккуратно окружает аудиопроцессор, без морщин и пузырьков воздуха. Поместите круглую клейкую ленту над плоской стороной аудиопроцессора, начиная с круглого язычка. Между лентой и чехлом не должно быть никаких зазоров. Чтобы снять Waterware, аккуратно потяните за клейкую ленту и удалите ее. Затем снимите чехол с аудиопроцессора, воспользовавшись круглым язычком. Каждый чехол Waterware может быть использован до 3 раз. Но клейкую ленту следует использовать каждый раз новую. Чтобы не потерять аудиопроцессор во время купания, вы можете воспользоваться дополнительными аксессуарами для фиксации. Например, головной повязкой для занятий спортом Medel или шапочкой для плавания. Теперь вы готовы развлекаться в воде с Ronda 3.